Вот, друзья мои, возвращаюсь я с инзельских зубчаток на внедорожнике с своими друзьями. Покажу вам дорогу, сколько у меня зарядки хватит. Значит, сегодня... Какое у нас число? 28-е? Да нет, еще. А, 27-е. 26-е. Нет, 27 декабря. А, 27-е, да. 27 декабря. Снег вот у нас вот столько, не лишнего. Можно проехать на хорошем внедорожнике. Я даже думаю, Ниву пройдет хорошо. Ну, просто смотрите, кому интересно. Оценивайте свои силы. Регистратор опять у нас что-то хулиганит. Хулиганит. На патчу на батарейку поставь. На патчу на хватит. Он, знаешь, мне сколько за это снимать можно, Олег? Я полтора часа снимал. Непрерывные съемки. Батарея хорошая. Видео, вот именно видео. Фото я не знаю, фото, по-моему, около 800 можно снять. Вот видео, с магнитки ехал, всю дорогу снимал, полтора часа. Ну, друзья мои, вот так вот мы едем. Сейчас до кордона Меселя нам проехать надо 4 километра. Буду временами вам показывать такие вот дороги. Тут патчины. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, в этом году снега мало. То есть везде можно ехать спокойно. Лишь бы полный привод был. Я даже думаю, кроссоверы пройдут с хорошим эсси-клиренсом, с полным приводом, но они все с полным, в общем-то. Так, а скажи что-нибудь, понравилось тебе на инзельских зубчатках? Здорово. Что тебе там особо понравилось? Воздух чистый. Скалы большие, да? Скалы большие, да. Это еще небольшие. Ну да. Ну, по 40 метров они. А лучше гор могут быть только горы. Конечно. На которых еще не бывал. Да. На которых еще не слыхал. Это Высоцкий? Да, Владимир Семенович. Друзья мои, посмотрите, сколько у нас все-таки снега. А то вывезло я недавно видео со снегом. Все поразились. Нигде снега нету. Москва, Украина, не говорю там о других странах. Все без снега. Снега нету в этом году. Маленько отдохнем. Друзья мои, показываю вам дорогу. Возвращаемся мы. Смотрите, какие колеи. Ну, летом, конечно, здесь не проехать. Попробуем. Если хорошая погода будет, попробуем. В сухую погоду можно, конечно. Вот это вот место болотистого. Здесь вот когда пешком идешь, обходишь ручьи, родники. Ну все, метров 300, и мы выйдем на делянку. Тут дорога хорошая по нашим меркам. Пониженный едешь? Спокойней.
когда дорога начнется вообще. Сейчас расключимся. Нет, пока не переключайся. А сейчас вот это объездная там будет. До Мисилии доедем, там переключимся. Ну, до этого места довозят туристов. И отсюда до Инзерских Дубчаток где-то 4 километра. Мы подъехали, здесь стоянка. Оставляют все машины, идут пешком. Что, посмотрим, сколько километров? Да, давай посмотрим. Вот, друзья мои, показывают самый экстрим. Вот такие колеи. Очень даже очень. Мы едем с Божьей помощью. С помощью Олега, водителя. Ась, похвали, штурман, тоже дорогу показывай. О, да. Штурман молодец. Ладно. Хорошо. Олег, ты не смейся, рули. Самое главное нам пробиться здесь. Пробьемся с Божьей помощью. Если уж сюда проехали, то домой мы проедем всегда. Надо полагать. Опа, вот это колеи. Посмотрите, какие справа колеи. Тихонечко, лишь бы у них не въехать. Так, ага, объехали. Продолжаем, едем. Ну вот мы подъехали к кордону Меселя. Так вот, едем впереди речки Черлянка, и мы домой. Тут дорога, конечно, получше уже будет. Два и... Сколько? Непонятно. Ну ладно, от родника имеется. От родника? От расстояния замеряем. Еще 300. Вот мне интересно, сколько до бунтов. Продолжаем. Наша поездка продолжается. Друзья мои, оставайтесь со мной. Посмотрите нашу дорогу. Может, кто-то рискнет приехать сюда. Посмотреть нашу красоту. Так, 1300. Вот остановились мы на Мишелинской поляне, у кордона Меселя. Хочу вам показать скалы с увеличением. Вот эти скалы прекрасные, красивые, неприступные. Называются Три Брата. Это южная часть окончания Инзерских Дубчаток. Такие вот гребни. Добавлю тоже мощные бастионы. Такие вот скалы. Наша поездка продолжается, возвращаемся мы домой. Время к вечеру, темнеет быстро, нам надо ехать. Ну, друзья мои, мы едем. Дорог, конечно, не как летом. Летом здесь вообще практически невозможно проехать. А сейчас вот терпимо. Вот вдали гора Судовая во всей своей красе. Западная сторона ее. Вот. Продолжается наша поездка. Морозило.
отличная дорога, что думаешь? Да, отличная, в общем-то. Да. Для нас это отличная дорога. Асфальт, да. Прям асфальт. Ну, идем спокойненько, но получим. Без всяких блокировок заезжаем. Это говорит о том, что дорога отличная. Да. Передвигаемся, двойки, шутки. Едем. Сейчас доедем до речки Терлянка. Покажу вам ее. Оставайтесь со мной. С нами. Ну вот, друзья мои. Доехали мы почти что до дому. Вот гора Шух. Осталось там 4 километра. Доберемся с Божьей помощью. Спасибо всем, кто был с нами в нашей дороге. Всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.